Спортсмен-любитель из Дагестана, получивший тяжелейшую травму на соревнованиях по грэпплингу в Санкт-Петербурге, начал дышать самостоятельно. Об этом сообщил тренер Пайзудина Алиева. Отмечу, пострадавший уже перенес операцию. Напомню, молодой человек получил ушиб головного мозга, закрытый перелом шейных позвонков с повреждением спинного мозга. Сейчас он все еще находится в реанимации, но его состояние улучшилось. Спортсмен может двигать конечностями и может говорить. Его личными врачами разговаривали, спрашивали, нужны ли ему какие-либо дорогостоящие препараты. Они сказали, что все, что ему нужно в данный момент, все, и препараты, и гормональные препараты тоже ему, все делается в данный момент, все, что нужно, он получает. Понятное дело, что реабилитация нужна будет, конечно, скорее всего, дорогостоящая.